От Абу Аюба, радиаллаху анху, передано, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман сама Рамадана, сумма атбаху ситтян мин шаваль, фазалика сияму дахри». Тот, кто постился месяц Рамадан, а затем постился следующий месяц Шаваль 6 дней, то он получит вознаграждение, как будто он постился всю свою жизнь. И ученые, комментируя данный хадис пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, говорят, чтобы получить данное вознаграждение, человеку необходимо практиковать эту сунну каждый год. Если же он практикует ее периодически, то он получает вознаграждение только за данный год поста. Человек получит вознаграждение за сунну пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, если будет поститься любые 6 дней из месяца Шаваль. Но однако полноценное вознаграждение он получит, если будет поститься 6 дней подряд и начнет соблюдать пост сразу после праздничного дня Айд-уль-Фитр, Ураза Байрам. Женщины, которые не постились по причине менструального цикла, либо любой человек, у которого есть пропущенные посты, они могут одновременно вознамериться возместить свой пропущенный пост месяца Рамадан и вознамериться на желательный пост месяца Шаваль. Таким образом, они возместят свой обязательный пост и получат вознаграждение за сунну пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Да поможет нам Всевышний Аллах получить вознаграждение, будто бы мы постились всю свою жизнь. Аллахумма амин.